В районе трамвайной остановки стадион «Нефтяник» под колесами Toyota Land Cruiser в четверг днем получила травмы 17-летняя девушка. Несовершеннолетнюю пострадавшую с травмой ноги на машине скорой помощи увезли в детский травмпункт. Водитель джипа ехал со стороны улицы Серышева. Оттуда же к остановке подъезжал и трамвай, в который намеревалась попасть молодая хабаровчанка. Приближающийся вагон девушка заметила, а вот на джип внимания почему-то не обратила. Не предугадал появление человека перед капотом и автомобилист. Блин, надо было, конечно, остановиться. Они стояли здесь, все люди, вот, вот здесь вот наверху. И я ехал, и трамвай подошел. Хорошо, что тихо ехал еще. Ну, все, она шагнула вперед. Вот, она не смотрела, она на трамвай, на машины, не знаю почему. Она шагнула вперед. Девушка шагнула на проезжую часть в метре от внедорожника. Шофер успел нажать на тормоз, но предотвратить ДТП все же не смог. Колесом массивный Land Cruiser проехал прямо по стопе девушки. Сказать, кто виноват, автоинспекторы на месте событий остереглись. Дело направлено к дознавателям. Тонкость в следующем. Пешеходы имеют право подходить на посадку к уже остановившемуся вагону. Если в момент ДТП трамвай еще ехал, у водителя есть шансы разделить вину с пешеходом. С места происшествия Валентин Борозняк, Евгения Куликова и Павел Рогатин.